Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Номер 11. Урок 3. Задача. Почтальону Печкину надо разнести 20 писем, но он разнес только А писем. Какую часть всех писем он разнес? А. Разделим на 20 и узнаем, что разнес писем почтальон Печкин А 20. Задание Б. Рокки нажарил Б сырных лепешек. За ужином съели 8 лепешек. Какую часть лепешек съели за ужином? 8. Делим на Б и узнаем, что за ужином съели 8 Б лепешек. Такова часть, которую съели за ужином. Задача В. Винни-Пух с Пятачком пришли в гости к кролику. У кролика было С горшочков с медом. Винни съел Н горшочков, а Пятачок М горшочков. Какую часть меда съели Винни и Пятачок вместе? М плюс Н – это количество съеденных Винни и Пятачком горшочков с медом. Так как было всего С горшочков, то мы М плюс Н делим на С. Это можно записать в виде дроби. М плюс Н – С. Задача Г. У красной шапочки было X цветов. 7 из них она подарила маме. Еще 7 цветов – бабушке. Остальные поставила в вазу. Какую часть всех цветов поставила она в вазу? Для этого мы от X, от всех цветов, отнимем 7 подаренных маме и 7 подаренных бабушке. Тем самым мы найдем оставшиеся цветы. Разделим их на X и узнаем часть цветов, поставленных в вазу. X минус 7 и минус 7 – это будет минус 14, деленных на X. Задача D. Кошке пришли 10 гостей. Пили молоко только Y гостей. Какая часть всех гостей не пила молоко? Мы от 10 отнимаем Y. Это гости, которые не пили молоко. Разделим на 10 и узнаем, что 10 минус y десятых – это часть тех гостей, которые не пила молоко. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.